Проект детской филармонии «Времена года» создан в 2012 году преподавателем Видновской детской школы искусств Екатериной Ефремовой. В рамках этого проекта в школе состоялся концерт под названием «Музыкальный листопад». На мероприятии выступили хореографические коллективы и музыканты. Также показали свое мастерство театральные отделения и художники. Детки очень любят участвовать в таких мероприятиях. Вот. И, конечно, к нам приходят дети из разных школ. То есть мы стараемся пригласить детей младших классов. Они приходят к нам из школ города и с удовольствием присутствуют на концерте. Вот в таком формате сейчас это проходит. Юные участники показали свои творческие способности сверстникам и родителям. Это уникальная возможность для детей получить бесценный опыт публичного выступления. Я думаю закончить музыкальную школу и поступить дальше в музыкальное училище. В будущем играть в оркестре. Юная скрипачка Елизавета Качанко исполнила танец эльфов английского композитора Эзра Дженкинсона. Сложная композиция всегда требует длительной и упорной подготовки. К нам приходила Ирина Геннадьевна, мой концертмейстер. Мы с ней играли, и все ошибки мы еще раз прорабатывали, чтобы на концерте выступила очень хорошо. Ребята играли не только зарубежные композиции, но и всеми любимую музыку из советских кинофильмов. Со сцены прозвучала полька из музыкальной комедии «Кубанские казаки». Главная задача мероприятия – познакомить детей с миром искусства, привить любовь к музыке и потребность к самовыражению. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.